Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Что это за работа? Что это за работа? Что это за халтура, я спрашиваю? Я все уже контору к чертовой бабушке разнесу, понятно, нет? Да сам пошел, понял? Пошел. Этот где, который вчера сидел, такой толстомордый, такой черноглазый, где он? Какой черноглазый, какой? А, так это ты, я сразу понял, вот у тебя, вот, один глаз черный, вот. Я месяц назад будильник сдал. Почему не звонит? Добрый день. Добрый день. Но тикают как? Да не тикают не так. Тик-так, тик не так, тик-так, тик. Что, вы не слышите, да? Ну, раз тикают, значит, все так, как мастер говорю. Да что вы говорите? А почему тогда они время показывают неправильное? А? Ну, значит, время такое неправильное! Городок. Тик-так. Тик не так. Фу. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Не-а. Еще хуже, когда сдали и догнали. О-о-о. НК, вам подскажете, который сейчас час? Да, ну сколько сейчас времени, по-честному? Ну сколько времени? Что? А вы не подскажете, который сейчас час? Который час? Да. Который час? Да. А ты знаешь, сопляк, сколько сейчас часы стоят? Ты знаешь, сколько часы стоят? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как можно шашлык полчаса готовить? А? Готовали! Это хороший шашлык, настоящий бараний. Ай, барани! Положи. Баран должен быть такой, как я. Большой, здоровый, всю жизнь прожить в горах и кушать экологически чистые продукты. Что? Что ты мне принес, слушай? Все, как ты просил, геноцвали. Этот баран был совсем как ты. Всю жизнь прожил в горах. Кушал экологически чистую траву, дышал свежий горный воздух, пил минеральную воду и дожил до 95 лет. Кучай на здоровье, Геннадий! А? Городок. Тик-так. Тик-не-так. Куда? Вон. Телевизор посмотри. Да что я поэтому телевизора не видел? Сейчас будут показывать. Это как его... Смотри, совсем... Как оно сейчас... Ну, мужики любят по вечерам смотреть, часто показывают. Когда там они... Там целуются, там обнимаются. Что, какая гадость, порнография, что ли? Да нет, ну... Ты мне совсем голову заморочил. Футбол! Это как-то я вас не ожидал тут встретить. Я же вас знаю, вы часовщик. Вы часовщик. Вы в часовой мастерской работаете, я вас знаю. Да, я часовщик. Потом. Странно просто. Потом. Необходимую помощь в подготовке рекордсменов мира по бегу на длинные дистанции присвоит звание заслуженного тренера России Рабиновичу Ивану Ивановичу. Извините, это меня.
знал, что вы еще со спортсменами работаете. Владеете, так сказать, секретами рекордов. Да, знаете, есть работа, есть. Немножко, знаете, спортсменов тренирую. Немножко, знаете, секундомеры ремонтирую. Ну что, доктор? Ну, как говорят врачи, жить будет. Хотя врачи часто ошибаются. Ну что ты возишься? Ну, и он до вскрытия посмотреть, что внутри. Тебе любой мастер скажет, это самая первая операция. А любой врач тебе скажет, что вскрытие – это самая последняя операция. Как же это получилось? Ну, бывает так тоже, да. Черт тебя знает. Да, бог с ним. Извините, можно? Ну, я не понимаю, ну, надо дать врачу отдохнуть после операции или не надо дать ему дать? Ну, так я и как раз и хочу самое дать врачу после операции. Как там жертва автокатастрофы будут жить? Да, ну, будет теперь. Будет? Да, в смысле, будет как новая. Мы же ее, эту вашу жертву, мы ее буквально, мы ее по частям, по кускам собирали. Да, мы ее шили и пошили. Очень симпатичная. Как я был у нее... Кстати, кем она вам приходится? Вот жена, сестра или... Кто жена? Ну, это жертва, это... Кабак Валентина. Я смотрю, доктор, вам действительно надо отдохнуть? Какая жена? Это же мой брат! Кабак Валентина! Какой брат? Ну как какой? Родной брат. Ох, брат! А. Да! Брат! Ну, конечно же, брат! Ай! Вера! Верочка! Немедленно верни больного в операционную! У нас там с тобой маленькая недоделка! Вот ты работничек, а? Вот просто инвалид. Инвалид. Господи, кто бы говорил-то? Господи, ты сам-то работаешь? Я-то работаю. Да где ты работаешь? Я 40 лет на заводе проработал. Да на каком ты заводе проработал? Да на протезном я проработал. Протезом. Да. Кем ты там на протезном работал? А что, по мне не видно, да? Да не, видно. Моделью, наверное. Верни, Саш. Ну давай, друг. Все, что хочешь, я для тебя сделаю. Ширнешь меня. Давай, я отдам тебе свою левую руку. Ну, у тебя же тут до самого плеча ни одного живого места не осталось. Ну, хоть куда-нибудь ширни меня. Ну, а где здесь плечо? Ну, ты запарил своей медлительностью, друг. Давай, не тормози. В ногу давай ширни. Иначе ты мне не друг, не товарищ и не брат. Смелее в ногу, смелее в ногу. Художник Соломкин Маковский. Смело, товарищи, в ногу. Ты что, с ума сошел? Ты что делаешь? Чего? Ну надо их скрыть или не надо? Ты что, у тебя современная техника такая? Прогресс, да? Потрясающе. Ты что, таксейки чинишь, роликсы, да? Не, я их в последнее время вообще не чиню. Почему? Да жалко. Ужас. Любаша, я вернулся от детей на день раньше. Ау, Любашенька, где ты? Где же моя Любушка? Где же моя женушка? Люба! Козочка моя, куда ж ты подевалась-то? Да где же ты, Любушка? Люба, это уже не смешно. Вот ты где, козочка моя. Спит моя девочка. А почему в моей майке? Любаша, почему в моей майке? Я не понимаю, почему? Вы кто?
А где Люба? Где моя жена? Что? Где я? Что значит, где я? Где он? Вы в моей квартире. Я спрашиваю, где Люба? Где моя жена? Какая Люба? Я ничего не помню. Я не помню ничего. Я помню ресторан, банкет, сотрудники, сотрудницы. Я ничего не помню. Все ясно. Ну как же ты могла, Люба? Ну как же ты могла, Люба? Ну в канун нашего праздника. Какого праздника? Что значит какого? 50 лет совместной жизни. Ну как же? Вспомнил. Ой-ой, папа! Ну вот, поместилось все. Как все? Ну хорошо, ну, почти все. Ну, жена будет довольна. Ты свою жену любишь? Или боишься? Да, ты боишься. Люблю, конечно, люблю. Я вообще ее полюбил с первого взгляда. А любовь только и бывает с первого взгляда. Да, потому что со второго взгляда хоть чуть-чуть, хоть самую малость, но ненависть возникает. Сказка. Что за жизнь такая? Ну, сейчас кто-то на крутой тачку поедет в ночной клуб, на бал. Там девки, принцессы. А я здесь трава пилю. Ты кто? Я фея. Фея. А звать тебя как? А зовут меня Галлюцинация. Да можно просто, Галя. Не плачь. Я тебе помогу. Как? А вот раз-два, раз-два, раз-два. Да нет, я ж думал, что я на бал поеду. Ладно, куда тебе? Там же бабки нужны. На тачку, на погулять. И все-то это у тебя будет. Блин! Ой, блин! Ой, блин! Но только помни, мой мальчик, что до 12 часов ты должен из этого клуба уйти, потому что в 12 часов твой костюм превратится в лохмотья, машина в груду железа, а сам ты превратишься в свинью. Почему в свинью? Да потому что к 12 часам вы там все уже нажретесь, как скоты! Ненавижу! Как я вас... Это ты цыкаешь? Это я цыкаю. Не надо, я подумал, часы пошли. Не надо под руку мастеру, не надо так трястись. Я все равно эту рухлядь починю. Не надо бояться так, не надо. Чего бояться? Да я в моей жизни, дорогой ты мой, только одного боялся. Своего деда. Знаешь, где он у меня работал? В НКВД. Ну и чем он отличался от других дедушек? Только одним. За что другие дедушки ставили в угол, мой ставил к стенке. Замечательный был человек. Жизнь замечательных людей. Неизвестный русский ученый 19 века Иван Петрович Сидоров всю жизнь собирался сказать свое слово в науке, но собрался только перед смертью. Иван Петрович, это я. Вы меня слышите, это Иннокентий. Или, как вы меня ласково называли, Кешка. Иван Петрович, говорят, вы сделали какое-то открытие. Вы бы не могли мне сказать, какое? Потому что я смотрю, со временем у нас совсем плохо. Какой, Иван Петрович, ну-ка. Иван Петрович, ну. Тебе что? 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 Ну-ка еще поднатужились, Иван Петрович. Ну-ка.
тебе! За что? Зачем? Напрасно вы так, Иван Петрович! Напрасно вы так, Иван Петрович! Я же ваш любимый ученик! Вам-то уж все равно, а мне-то в науке пробиваться, Иван Петрович! Вам хорошо, вы помрете! А мне-то еще жить и жить! Ну что ты шмотишься? Ну скажи хоть про что оно! Про что оно, скажи! Говори про что! Говори! Давай! Тебе! Так и умер Иван Петрович, не сказав своего слова в науке. Не сказал ни слова! Ни слова не сказал! А слово это было «кибернетика». Реклама. Здравствуйте. Меня зовут Модест. Сейчас у людей много насморка. Говорят, что если насморк летит, то он проходит за неделю. А если не летит, он проходит за 7 дней. У Модеста нет столько времени. У Модеста тоже насморк в носу. Но Модест умный. Он догадался, что надо делать. Модест не будет зря тратить время. Ему хватит пары часов. Пары часов, и все эти лекарства ему не нужны. Не нужны никакие лекарства. Пройдет пара часов, и то. Пара часов, и то. Вот эта пара часов пройдет через Модеста. И он будет здоров. Хоть бы она прошла поскорее. Время – лучшее лекарство. Сколько нужно времени, чтобы подготовить прикол? Совсем немного. Коля, обними. Просим Колю обнять Олю. Теперь, Оля, уходи. А Олю просим уйти. Снимаем Колю без Оли и получаем вот такую фотографию. Теперь при помощи бинтов и противогаза сделаем из Миши пришельца. Готовые снимки вставим обратно в фотоаппарат, и фотоаппарат моментально выдаст снимок обратно. А вот все остальное выдадут случайные прохожие. Будьте добры, сфотографируйте нас. Запросто. А как ее куда? Очень просто. Смотрите сюда, а пальчиком нажимаете вот сюда. Господи, что-то вылезло. Так сразу получается. Тогда, а как это импортное? Ну, конечно. Да? Тут же моментально появляется. Закурить. Спасибо вам большое. Не дадите. Не понял. Я сам не понял. А где жена-то? Неплохо. Ты чего? А я-то где? Как где? Ну вот сейчас она стояла же здесь. Вы же с ней меня снимали. Да. Ну вот я ее обнимал. Где она? Вот руку на плече держите. Ну она-то где? Ее-то нет. Ну и что? А я что могу сделать? Послушайте, вы, наверное, какой-нибудь силой обладаете, ей-богу. Я ничего не обладаю. Нет, 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 нет. Мне даже закурить нету. Господи, да вы что? А где я? Почему я один? Ну, нас же двое было. С утра было двое. Вы, наверное, силами какими-то владеете. Потусторонними, нет? В детстве нормально все было? С утра было вроде нормально. Извините. Ее нету, потому что она исчезла. Ну, я, извините, ничего не делала. Все, значит, она этот самый, как его, вампир. Ну, вот я стою. А где девочка-то? Не знаю. Ну, была же девочка. Была. Ну, вот она. Ну, факт. Вот вы меня обнимаете. Ну, вот сейчас только что вы сняли. О, Господи, ну, это мистика какая-то. Вы что? Вот это и оно. Что будем делать? Ну ничего, на память. И все? Вот вы, вот дом. Место, где вы сфотографируете. Не очень хорошо получилось. Я один был? Вы один, да. Это кто? Белый какой-то человек, не знаю. А кто стоял рядом? Не знаю. Не, он был тогда? Когда тогда? Когда я снимал? Ну да. Не знаю. Мужчина, женщина? Не знаю. Какие-нибудь догадки-то есть? Нету у меня догадок. Инопланетянин, может быть? Может быть.
Вы со мной согласны? Да. На этом остановимся. Не знаю. Посмотри, что получилось. Видишь? О, кто это такой? Ну, я... Нет. Все. Все, пошли. Да вы что? Отойдите в сторону. Отвалите, да, отсюда. А это, вот это белое просто. Да нет, белое, посмотрите внимательно. Что... Голова чья-то торчит. Молодой человек, извините, я с вами больше не хочу связываться. Это получилось... Ой. Не понял. Кто это? Не понял. Ёлки-палки. Кто вы? Кто стоял сейчас со мной? Никого кто не... вы? Никого не было, в том-то и дело. Это может это быть пришелец? Это пришелец. Это инопланетянин. Это у меня такой вариант. Давайте попробуем еще раз. Я не могу уже ходить, у меня ноги отнимаются. Это заколдованное место. Мы сейчас проверим. Да? Так это для чистоты опыта. Для да? чистоты ну, опыта. Смотрим, что там такое. Сейчас все увидит, не волнуйся. Ну, господи, меня шарит. Держи. Не волнуйся. Ну вот смотрим. Вот видишь, теперь ты один. А это кто? А это тень, это Гамлета. Да. А я где? Так я тебе сказал, что я экстрасенс около меня. Это вот этот дух, который не дает. Ну вот, я говорил. Он рядом с тобой все время. Вот ужас. Спасибо вам большое. Вот ужас. На добром слове. Вот ужас. Спасибо, дорогой. Дело в том, что это волноваться не нужно. Спасибо. Да. Это может быть все. Да. Это долго беспокоит вот это. Ну вот я. Мне бабушка еще говорила, что придут за мной. Вот и они и пришли, очевидно. Да, наверное. О, Господи. Послушай, я не знаю. Посмотри. Тикают. Тик-так. 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 Тикают. Ну, друг, извини, если обидел. До свидания. До свидания. Ага. До завтра.